Итак, всем здравствуйте! С вами по-прежнему Ли Супер Дизет, и вы смотрите наш очередной эпизод, седьмой эпизод карьеры за Oakland Warriors. У нас сегодня продолжение регулярного сезона. И в этом регулярном сезоне мы попытаемся, скажем так, прервать серию из одного, хотя бы одного поражения. Хотя бы за новое поражение прервать эту серию, чтобы надеяться на хоть какую-то победу. На победу в этом... На протяжении регулярного сезона. Ну что же, дорогие мои. Сейчас я только включу... Вот эту штуку. Сейчас включу вот эту штуку и давайте... Так, ну что же, мы включили вот эту штуку. Всем привет. Итак, сейчас мы включим оконный проектор. И в оконном проекторе мы сейчас поиграем. Итак, играем мы сегодня в NHL 18, продолжаем карьеру за Oakland Warriors. Напоминаю, что в субботу мы играли в FIFA 18, мы продолжали карьеру за московский ЦСКА. А сейчас у нас новая неделя стримов. Мы начинаем с NHL, потом во вторник NBA Live, потом где-то в среду, четверг Формула 1. За McLaren Honda мы гоняемся в... У нас затянулась карьера, кстати, затянулась немного карьера за команду McLaren Honda. Почему? Потому что мы ее затянули примерно, скажем, на сколько-то дней. Приходится делать новые темплейты. Придется делать новые темплейты по карьере за... карьере за McLaren Honda. Субботний марафон. 55. 20 сентября мы делали последний стрим по F1 2017. Кстати, давайте посмотрим, как на калькуляторе это все выглядело. То есть сколько дней примерно мы калькулятор. А вот сколько дней прошло между двумя датами. Кстати, давайте посмотрим. Дата номер один. 21 век. Январь, сентябрь. 20 сентября 2017. 2017 года по рассчитать. 61 день и 2. Вот 2 месяца мы не делали. Вот ровно 2 месяца мы не делали. Как бы карьеру за McLaren Honda, но мы постараемся в среду или в четверг постримить F1 2017. У нас там за нами был Гран-при Азербайджана в Баку, Формула 1. А пока у нас сегодня понедельник, режим франшизы, мы продолжаем режим франшизы. То есть чем больше у нас часов трансляции, тем меньше будет проблем. Итак, сейчас
мы откроем окно проектор вот здесь. Продолжим сохраненную карьеру в режиме франшизы. Мы напомним, что мы больше 2 месяцев мы не делали карьеру за... Не делали продолжение карьеры за McLaren Honda в игре F1 2017. Почему? Потому что она затянулась. Потому что мне сказали, что это стрим катится в бездну, но мы ее продолжим делать до самого конца этого года, но не знаю, как это во все выльется. Пока мы продолжаем карьеру за другую спортивную игру, на другой спортивной игре, и мы сегодня продолжим игрой Окленд против Нью-Йорк Айлендерс. Мы играем в гостях на Нью-Йорк, в гостях у Нью-Йорк Айлендерс. Сыграем и просимулируем игру филиала АХЛ. Сегодня в гостях сыграем у Айлендерс. Соревновательный стиль, 4 минуты продолжительность каждого периода. Навык новичок, адаптивные советы. Начинаем игру. Я, кстати, планирую на Новый год купить и Gran Turismo Sport Project Cars 2, и плюс ко всему... джойстик PS4 с кастомной версией CSKA. А у нас Окленд Уорриорс против Нью-Йорк Айлендерс. Итак, первое вбрасывание. Так вот, выигрывает ее сейчас Нью-Йорк Айлендерс. Мы, кстати, играем на арене Barclays Center. Идет первый бросок по воротам Нью-Йорк Айлендерс. Ух ты, вот это сейв. Так, ну, по крайней мере, мы видим, что первые броски — это первая пристрелка, что называется. Пристрелка по воротам обеих команд. И вот офсайд. Вот офсайд первый в этом матче. Первый в этом матче офсайд. Сегодня я постараюсь постримить хотя бы часика 2. Давайте зрители. Вот Патрик Берглунд перехватил. Я, кстати, сегодня расскажу вам одну замечательную, не то чтобы замечательную историю, но успешную историю. Вот я вот на портале VRK, если знаете такой портал VRK, он посвящен симрейсинговым гонкам. В большинстве играет в Нью-Йорк Айлендерс. Давайте посмотрим, перед тем, как мы продолжим рассказ о вчерашнем дне воскресенья. У нас Джонатан Эриксон за толчок в спину отправляется на скамейку штрафников на 2 минуты. А я продолжу рассказ. Так вот, вообще... На ВРК я был лишь начинающим пилотом, и вот в гонке на выносливость 2 часа 24 минуты в Мексике. Я стартовал в квалификации в категории LMP1 8, а приехал тут же в той же категории 7. Казалось бы, неплохое достижение, и вот первый гол Нью-Йорк Айлендерс. Первый гол Нью-Йорк Айлендерс, ворота Warriors. Кто забил? Забил у нас Джош Бейли. Джош Бейли забил первый гол в этом сезоне. И то он был в большинстве. Вот еще раз. Этот гол. Подпёрся, подбрасывается. Но, тем не менее, нужно пристреливаться. Окленду нужно пристреливаться. Плохой, особенно это минус.
Ой-ой-ой. Так, Тобиас Грайс. На воротах, а у нас по-прежнему Майк Смит. И шайба улетает за пределы площадки. Нью-Йорк Айнерс нанял его президентом в межсезонье. Что вполне объяснимо. Так, да, первое вбрасывание. Даже второе я бы сказал. Барбирио. Здесь хороший бросок был у Нью-Йорка, что вполне плохо для нашей команды. Ой-ой-ой. Значит, вот что. Так вот, я в категории LMP1 стартовал восьмым и приехал седьмым, несмотря на отставание, жалкое отставание в 22 круга, и притом у меня было 15 пустов, еще отметил, что я гонщик дня. Вот в Квинси. И блок никто долго никто не воспользовался, приходится толкушка вратаря. А мы продолжаем. Так, видите, как уворачивается на скамейке запасной. Смет. Пока что 3 минуты 55 до конца первого периода. А, Смит Джонта. Заблокировал эти броски. Николай Кулемин. Куникан не догнал шайбу, вот если. А вот если сейчас забить шайбу в раздевалку, это было бы круто. Попытаемся сейчас раз в это разыграть. Вот гол в раздевалку. Гол в раздевалку забил Том Куникаль. 34 номер сделал свое дело. 1-1. Так, ну смотрим, что у нас происходит. Один-один. Гол в раздевалку состоялся. Так, ну вот, уже успокоилась игра в первом периоде. И первый период завершается счетом 1-1. Гол в раздевалку тут не состоялся. И сейчас мы увидим то, что должны были увидеть некоторые люди. Вот гол в раздевалку, который состоялся на последних секундах. В этот момент хочется просто реветь. Не реветь от радости. Не реветь от грусти, а реветь от радости. Итак, у нас по защите C+. Командная игра C+, атака. Продолжаем. МакАртур, Дено Берглунд, Нельсон Таварес и Эберле. Два первых звена. Нельсон. Не получить бы опять тот же самый гол. Еще один сейв Майка Смита. Так, теперь пробуем другую тактику. Ах,
Так, МакАртур вроде как поборолся за шайбу. Это подставление клюшки сейчас было, но не в нужном направлении. Не в нужном направлении было подставление клюшки. Нельсон. Эриксон. Но. МакАртур Леди. Так, это у нас такая стабильнейшая пара. Первая звена защиты происходит. Отскоки сейчас пошли. Ну, отскок он не воспользовался. Естественно. Блок. Патрик Эберли. Нельсон. Сырно в защите. Браун. И вот тут офсайд. Тут офсайд. Так, вот здесь фигурочка. Так, выиграли сразу не здесь. Браун. Приступаем мы к экватору. Приступаем мы к экватору второго периода. Таким образом, вот кидышем шайба, сыграть вот эту атаку было бы опасно. Грайс, первый номер Нью-Йорка, вытаскивает шайбу. Теперь следующее вбрасывание. Куинси. Забросим вот здесь. Практически ворота были пустые. Карпентер, троп. Вот Сайденберг. И, кстати, в предыдущей игре предсезонке и по предыдущей игре регулярки все складывалось к тому, что вот команда выиграла все. Команда выиграла 3 игры по сезону, 2 проиграла без овертайма, 2 проиграла с овертаймом. Это, конечно, ситуация не намного лучше происходит. Еще одно удивленное выбрасывание. Стивен Джон там. Здесь, если здесь хотел бросать. Эх, неудачный был пас. Стивенсон. Пар берем. И Грайс. Грайс отбирает шайбу и берет ее в руки. Бувиле и Смит на точке вбрасывания. Очередное вбрасывание. Здесь Грайс контролировал все. Ну кто быстрее? Вот здесь выбросил шайбу, но за выброс шайбы Ван Хейли не взял. Невозможно удалить. За образ шайбы за пределы площадки, не только за пределы площадки, но вообще на льду. А в КХЛ можно удаляться. Можно арбитром удаляться за выброс шайбы очень высоко. Тут пас был очень непонятный. Вот от синий был выход, но судьи не посчитали офсайда. Хороший был свой прием. Очень хороший аутлир. Ух ты! Еще здесь постараться в защите. Чипчура. Догнать бы. Ой-ой-ой. Дадонов! Евгений Дадонов, кстати, играет в Нью-Йорк Айлендерс. Судя по обновлению вот здесь. Флаттер был. Минуту до конца второй части игры, второй части хоккейного матча, второго периода. По-прежнему 1-1.
как бы вертушку-то применить. Это очень сильный бросок. И у нас заканчивается второй период. Кстати, там 1-1 по-прежнему. Не могу сказать, что преимущество за Каллендерс и за Нью-Йорк. За Нью-Йорк. Преимущество за Нью-Йорк Каллендерс и за Окленд Уорриорс. Ну, в общем, шансы команд равны. Шансы команд равны. Продолжаем игру. Продолжаем, собственно, игру. Первое отбрасывание уже выиграно. В третьем периоде первое. Второе отбрасывание. Вот опять вот шайба. Чтобы брейк его не получить вот здесь. Прекрасно вообще. Закинуть бы вот этого чувака из скамейки запасных. Команда. Как он вырос, все было бы вообще прилично. Пусть так и пусть он вытаскивает, пускай бы он. Блок защитника подставлен МакАртуром. Ой-ой-ой-ой. Так, 16:30 на табло по третьему периоду. Итак, 2-1. Пожалуй, помолчу. Гола. Джон Таварес. Тут без комментариев. Куникл. Куникл, кстати, может забить. Галешник. Вот такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот туда гонит шайбу. Чичура. Тоже там должен пикать. Здесь силовой прием выполнен блестяще. Квинти. На Куникова пас. Ай-яй-яй-яй-яй. Куникал Чипчура. Дехан. Бэйли. Хорошо. Очень хорошо разговаривать. Вот Ломбарди. Ну, кстати, применить вот такую тактику. Чишкуш. Кто там опекать-то должен? Квинси. Карпентер, Карпентер, Карпентер. Давай. Сам уж давай-ка брейковый, ну! Эх, куда ты полетел? Стюарт. Бенди. Стюарт. Троп. Жонта. Если вот так. Хороший Смит, ну! Здесь Грайс, конечно. Молодец. 2-1 по-прежнему за Нью-Йорк Каллендерс. Следующая игра с Нью-Йорк Каллендерс будет за Монтан Ойлерс. Пока у нас 4-3 звено вступает в игру. Так, вот сейчас бы получить бы... Сейчас бы не получить бы пенальти за это. Томаш Грайс. Лучший вратарь из Германии. 23 сейва. Так, еще раз. Ух ты, бросок. Ну-ну-ну-ну, поборить бы за шайбу. Ай-яй-яй. Побороться бы за шайбу. Тут же Додонов. Кстати, Додонов
играл в сборной России еще в 2014 году. Ух ты, вот это ж... Ай, офсайд. Только не надо протестовать каждому игроку. У нас мы не выносим в среднюю зону. Здесь еще пасовать. МакАртур, вот дно. Вот так, если 2-2. 2-2. Вот такой вот гол. Вот такой гол у нас сегодня произошел в этом матче. Так, сейчас мы переместимся на отдельный проектор. Поставим на паузу. Вот здесь. Так. Ну, как мы посмотрели в Телеграме, мы уже активизировались по ходу игры, чтобы побеждать. Ух ты! Вот и 3-2. 3-2, и похоже, что вопросы сняты. Минута 40 до конца третьего периода, и команда Oakland Warriors побеждает впервые в этом регулярном сезоне. Это первая победа, может быть, если, конечно, ничего экстраординарного не случится, связанного с то, что может быть связано с поражением этой команды. То не мы ушли от немедленного поражения. Сначала взяли ничего, а вот мы выиграли матч. Кларк МакАртур. Хорошо здесь сыграно. Догнать эту шайбу. Догнать эту шайбу будет опасно. Очень опасная атака. Все 2 секунды. Товарос. Смеет. Чипчура. Дай пас на Брауна. Чипчура. А если мы разберемся с забросом шайбу? Нет. Нельсон накрыл. Нельсон. Хамоник. Вратаря хозяев похоже на игру ва-банк. Это похоже на игру ва-банк. Без вратаря хозяев. Там пустые ворота, похоже, были. Или, похоже, пустые ворота. И Смит накрывает шайбу. У нас пустые, возможно, пустые ворота. 15,5 секунд до конца. Ой-ой-ой, как бы не попасть. 11 секунд, 9 секунд, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И это все. Первая победа Oakland Warriors в регулярном сезоне NHL. Что же касается New York Islanders, то он уезжает с поражением на свою базу. Барклис центра, и там будут предстоять жесткие разъяснения руководства, почему они проиграли. Осторожно, злой Таварес. Это очень смешной транспарант, который я видел в этом, который я видел за это время. Итак, что же касается сегодняшнего, что же касается вот этого, сейчас мы стримлейбл запустим, мы сейчас запустим и проверим, как это все происходит. Запускается стримлейблс. Redemptions, new players, pausing new waves. А пока мы продолжаем нашу игру. Продолжаем игру против LA Kings. Кларк МакАртур уже два сыгранных, кстати, для сыгранной игры. И два очка
всего. Гол плюс пас. Это называется. Называется гол плюс пас. Что у нас, кстати, по... Кстати, по рейтингу НХЛ. Статистика команды, награды, статистика команды. Статистика команды. Одна победа, одно поражение. Окленд Уорриорс на 6-й позиции. А на западе мы... Одиннадцатые. Wildcard у нас получают Эдмонтон Ойлерс и Виннипег Джетс. Одна победа, одно поражение у нас. Максимум, что мы можем выиграть, так это две игры. Шайб забита. Последние 10 игр, одна победа, одно поражение. Рекорд в гостях. Одна победа. Время в меньшинстве 3 минуты. В меньшинстве процентов 0. Головы в меньшинстве у нас не было. Пропущенные шайбы в большинстве. И то было 3 шайбы пропущены в большинстве. И в итоге 5 пропущенных шайб и 4 забито. 4 шайбы забиты и 5 пропущено. За игру 2.50, а за игру 2 шайбы ровно. 2 целых. Процент победы у нас 50. А вот у Сент-Луис Блюз. Сколько две игры они сыграли. 75 побед. Процент. 3 очка у них на счету. Вегас и Окленд на 10 и 11 месте. У них одна победа и одно поражение. И одна победа в овертайме. Одно поражение. Одно. Дальше мы посмотрим. По Wildcard у нас проходит, как я уже говорил, Эдмонтон Ойлерс и Виннипег Джетс. А что у нас в Восточной конференции? Wildcard получает Флорида Пантерс и Нью-Джерси Девилс. Wildcard получает у нас. Получает Wildcard. В центральном дивизионе Wildcard у нас получает... Кстати, на каком дивизионе? Тихоокеанский дивизион. Он там, вот там мы... А нет, центральный дивизион. Вот мы в центральном дивизионе играем с очень сильными командами. И, конечно, это чуть ли не нонсенс в данной игре. Статистика игроков. Окленд Уорриорс. А вот по центральному дивизиону давайте посмотрим. По центральному дивизиону давайте смотреть. Владимир Тарасенко у нас имеет 3 очка. Что касается Патрика Данота, он имеет 2 очка. Так же, как и Стивен Джонта. И Кларк МакАртур. Алекс Петранджело. Петранджело 2 очка имеет. Что касается Филиппа Фольсберга, то он имеет 2 очка. А 3 очка у нас имеет лидер этого. Лидер этого дивизиона по статистике. Это Владимир Тарасенко, бывший обладатель обложки NHL 17. И коэффициент полезности у него плюс 2. А у Стина минус 1 коэффициент полезности. Минус 1 коэффициент полезности. Хотя навык шайбы у него 4,5 звездочный. Так же, как и чутье на площадке. Ну что же я могу сказать? Одна победа это только всего лишь успех. А дальше мы еще увидим, что у нас будет происходить. Следующий матч у нас Окленд LA Lakers. Матч Окленд LA Lakers. Вот улучшился климат в команде. Изменяем назначение скаута. Мы отправим его в Германию. Вратари на 3 недели. На 3 недели отправим нашего скаута в Германию. То есть, собственно, мы отправляем таких скаутов, которые больше уделяют внимание молодежи. Талантливой молодежи. И, естественно,
Не нужно воспринимать это как данные. Итак, давайте посмотрим, что у нас по почте. Никаких оповещений о фолло здесь нет. Ну, пока что стрим такой победный, но вот LA Lakers пока еще ни одной игры не выигрывала. Ни одной игры не выигрывала. Так вот. Следующий наш стрим по NHL 18 вы увидите в понедельник. Вы увидите в понедельник, посмотрим на календарь, 27 ноября. 27 ноября мы поиграем в NHL 18. По-прежнему стрим по карьере за Oakland Warriors. Во вторник, напоминаю, у нас будет стрим по NBA Live 18. Я, кстати, приготовлю в качестве парадной формы вот такую футболку, связанную с Boston Celtics и карьерой за эту команду. В среду или в четверг вечером я, кстати, запущу голосование в паблике ВК по стрим по F1-17, в котором мы немножко затянули карьеру за пилота McLaren Honda. В среду или в четверг мы, наверное, постримим, но я запущу голосование в официальном паблике карьеры за McLaren Honda. В пятницу и субботу меня не будет. В воскресенье 26 ноября мы постримим FIFA 18 карьеры за ЦСКА, потому что вечер футбола. Вечером после трансляции Формулы-1 постримим, собственно. После трансляции заключительного этапа Формулы-1 Гран-при Абу-Даби мы постримим, естественно, FIFA 18 карьеры за ЦСКА. Не пропустите. Приглашаю всех на стрим. А следующая неделя будет еще более насыщенной и более интересной. С вами был Сергей Супердизет. Спасибо всем, что посмотрели данную трансляцию, победную трансляцию одного сыгранного матча. Следующий стрим по NHL 18 мы сыграем 27 ноября. И мы поиграем больше матчей, чем было в этом стриме. И так ли Супердизет прощается с вами. Пока!